Сэмбэнухундутынухыт. Здравствуйте, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. А сегодня я буду жарить яичницу. Но яичницу не простую, а с картофелем и со свининой. Добавлю туда лук, морковку и посмотрим, что из этого получится. Будет очень вкусно, причем быстро. Предварительно нагретую сковороду пускаем мясо. Так, вот картошка я отдельно это, как бы отварную положил, буду есть ее салом. Так, и нарезал лук, сейчас буду его опускать туда, в сковороду. Прибавил огонь, и сейчас буду сверху поливать их яйцами. Здесь я разобью 6 яиц. Вот жарится яичница, но яичница как таковую назвать трудно, тут больше, наверное, как называется, картошка с мясом и заправленными яйцами. Вместо 6 яиц я положил 7. Все, они сейчас уже скоро будут готовы. Надо остается только посолить и добавить приправы. Ну вот, блюдо готово. Ну вот, прежде чем приступить к приему пищи, прежде чем начну ужинать, я вам расскажу, что я употребляю трансферфактор Burn. Что он делает? Это замечательный жиросжигатель. Он ускоряет трансформацию тела. Это для тех, кто занимается физической культурой и спортом. Он контролирует аппетит, повышает сексуальную энергию. И не только сексуальную, но вообще любой вид энергии. И самое главное, он омолаживает организм. Так что я вам рекомендую продукт от компании For Life Research. Ну вот, дорогие друзья, мой ужин готов. Назвать ее яичницей, конечно, трудно. Это, скорее всего, назовем ее свинина, жареная вместе с картофелем и яйцами. Вот. Все, как говорится, с приятным аппетитом. Заранее вот приготовил. Намазал хлеб майонезом. Вкусно.